Здравствуйте, дорогие слушатели! Тема нашей сегодняшней лекции – юмористические рассказы Чехова, анализ некоторых рассказов раннего периода, как «Толстый и тонкий», «Смерть чиновника», «Хамелеон». Чехов начал свой литературный путь как писатель юмористических рассказов. Специфичность начальной литературной деятельности Чехова зависела от особенностей юмористических журналов. В 80-е годы XIX века писатель регулярно писал для юмористических журналов, которые имели легкий развлекательный характер. Молодой Чехов сотрудничал в журналах, как «Стрекоза», «Будильник», «Осколки» и так далее. Эти журналы удовлетворяли вкусы обыкновенной публики из мещанской среды. Редакторы этих журналов избегали политических, социально острых тем из-за цензурных соображений. Начальный период своего творчества Чехов не выходит за пределы установленных инструкций, которые давали редакторы этих журналов. С самого начала Чехов успешно овладел различными формами юмористических рассказов, а также изучил и применил комедийные способы художественной выразительности. В этот период своего творчества он подписывался как Антоша Чеханте. Ему пришлось быть зависимым от традиций этих журналов, но с самого начала он выработал свой оригинальный метод юмористического изображения разных эпизодов действительности. Его рассказы этого периода отличаются веселым смехом, богатством воображения, острой наблюдательностью, оригинальным языком и плавными образными средствами. Основные моменты лекции. Сегодня мы рассмотрим следующие вопросы. Первое. Содержание юмористических рассказов Чехова. Второе. Реалистическое изображение действительности. Третье. Отклонение от нормальных человеческих отношений. Четвертое. Тема раболепства и чинопочитания. Пятое. Новый своеобразный подход к изображению крупных чиновников. Шестое. Пророчность социальной системы русского общества. Седьмое. Разоблачение интеллигенции. Восьмой. Критика Чехова. Содержание юмористических рассказов Чехова. Содержание юмористических рассказов Чехова очень разнообразное. Он высмеивает грубых купцов, коварных жен, обманутых мужей, бранящихся чёрс и так далее. Чехов при этом не старается проповедовать особые идеи. Однако идейная позиция не препятствует ему создать уникальные рассказы, как «Налим», «Лошадиная фамилия», «Драма», «Хирургия». Но основы рассказов, которые были напечатаны в журнале, выходит первый сборник рассказов Чехова под названием «Сказки Мелопамени». За короткий период писатель сумел создать оригинальную композицию,
разновидность построения, как юмористическая сцена, анекдот, шутка, пародия, шутливый фельетон и так далее, поражают нас богатством их разнообразия. Многим может показаться, что разнообразие форм является случайным, но на самом деле эти эпизоды охватывают широкий круг общественной жизни во всем ее разнообразии. С самого начала своего творчества он имел способность показать различные характеры, которые раскрывают особенности общественного устройства. Совокупность характеров персонажей создает целую картину социальной жизни и ее нравов. Чехов через свои рассказы осмысливает соотношение поступков персонажей с особенностью общественного уклада России. Одновременно эти явления общественной жизни рассказов Чехова выходят за пределы текущей жизни и приобретают более широкий общечеловеческий характер. Индивидуальные недостатки персонажей как отражение абсурдности жизни. Демократические критики видели в рассказах Чехова неодобрение социального устройства России этого периода. Комическая ситуация создается в результате отклонения от нормы, нормального образа жизни. Чехов хотел показать, что недостатки его персонажей не как индивидуальные ограниченности, а как отражение общественного устройства жизни. Чехов изображает будничную, мелочную часть жизни, чтобы показать бессмысленность, абсурдность этой жизни. И также напомнить, что настоящая полноценная жизнь должна сложиться по-иному. Сказки Мельпомени. Пестрые рассказы. Книга Чехова «Сказки Мельпомени. Пестрые рассказы» сделали Чехова популярным писателем юмористических рассказов. Сюжеты рассказов писателя очень простые. Обычно герои его рассказов – глуповатые люди, которые действуют странным образом. Они попадают в анекдотичную ситуацию и создают комическую картину. Чехов показывает странных персонажей из захолустья, например, суд перед свадьбой. Он изображает несчастных, комических, печальных людей из провинции. Комедийная картина, которую создает Чехов, является объективной, так как в них отсутствует авторская оценка. Реалистическое изображение действительности, сборники рассказов «Пестрые рассказы». Сборники рассказов «Пестрые рассказы» Чехов дает реалистическое изображение действительности и социальное значение этих рассказов. В этот сборник автор включил 77 рассказов. Наиболее примечательные и известные рассказы, которые вошли в этот сборник, включают в себя такие, как «Устрицы», «Игорь», «Иван Матвеевич», «Дочь Альбиона», «Горе». В центре этих рассказов стоят герои,
из бедных семей, которые подавлены несправедливой социальной структурой. Они не в состоянии бороться за свое право и достоинство. Писатель обличает гнет, общественные нормы, основанные на самодержавном режиме, в котором царствует произвол. Например, в таких рассказах, как «На гвозде», «Капитанский мундир», «Хамелеон», «Унтер при шибе», «Толстый и тонкий», «Смерть чиновника», «Жалобная книга», «Баны», «Маска», «Орден». Отклонение от нормальных человеческих отношений в рассказе «Толстый и тонкий». Отклонение от нормальных человеческих отношений, как показано автором, не является свойственным отдельной личности, а связано с существующим общественным порядком. Анализ известного рассказа «Толстый и тонкий» подтверждает этот факт. В 1883 году в журнале «Осколки» был опубликован этот рассказ. На вокзале железной дороги встретились два приятеля. Один толстый, второй тонкий. Дружелюбно восхищает толстый. «Порфирий, ты ли это, голубчик мой? Сколько зим, сколько лет?» «Батюшка!» — изумился тонкий. «Миша, друг детства!» Друзья поговорили об их детстве, обменялись воспоминаниями. Оказалось, что тонкий имеет низкий чин, и заработная плата у него плохая. Но он особенно не жалуется. Жена его помогает, дает уроки музыки. Сам он тоже подрабатывает, готовит портсигары и продает. Раскрывается нелегкая жизнь маленького чиновника. Он хотел узнать, как живет толстый. Толстый ответил, что он дослужился до тайного советника и имеет две звезды. После этого совершенно изменяется картина. Теплая дружеская встреча превращается в встречу двух чинов – тайного советника с колесским асессором. Толстый стоит на верхней категории бюрократического аппарата, а тонкий находится на нижней ступени. В рассказе мы видим, как тонкий вдруг побледнел, окаменел, так как чин толстого становится как бы неожиданным ударом для него. Тонкий начинает любезничать, раболепствовать перед вышестоящим чиновником. Результаты при встрече двух приятелей создается большая преграда между ними. Чехов применяет гиперболу, чтобы передать потрясание тонкого. Теперь уже перед ним стоит не друг детства, а крупный чиновник. Автор также изображает потрясение у членов семьи тонкого. И даже состояние переносится и к вещи. Чехов отмечает, сам он съежился, сгробился, сизился. Его чемоданы, узлы и картонки съежились, длинный подбородок жены стал еще длиннее. Отклонение от нормальных человеческих отношений в рассказе «Толстый и тонкий». Чехов изображает контрастную картину двух друзей,
которые принадлежат разной ситуации социальной иерархии. С помощью нескольких деталей Чехов лаконично раскрывает картину общественного неравенства в отношении двух чиновников. Толстый вышел из ресторана вокзала, автор намечает его лоснящие губы, запах вина и дорогих духов. Эти детали раскрывают образ жизни состоятельного чиновника. Таким же образом, с помощью двух деталей, автор передает образ жизни тонкого. Тонкий же только вышел из вагона, пахло от него ветчиной и кофейной гущей. Компоненты рассказа «Толстый и тонкий». Этот рассказ можно разделить на два компонента. Первая часть завершается словами: «Приятели троекратно обловизались и устремили друг на друга глаза, полные слез. Оба были приятно ошеломлены». Вторая часть оттеняет контрастную ситуацию. Тонкий пожал три пальца, поклонился всем туловищем и захихикал, как китаец. Хи-хи-хи. Все трое были приятно ошеломлены. Если первая часть раскрывает искреннее чувство радости двух друзей, то последняя часть показывает рабское подчинение и восхищение тонкого его семьи перед высшим чиновником. Трагичность социального устройства рассказывает Толстый и Тонкий. Чехов не делает крупного чиновника виновным в этом эпизоде. В данном случае Толстый не придает большое значение чинопочтению, тем более чувствуется сила чинопочитания, которая стала составной частью общества, в котором они живут. Тут отдельные личности не играют важную роль. Они соблюдают нормы, установленным общественным укладом буржуазного общества. Настоящее и искреннее человеческое чувство не является важным в этом обществе. А служебное положение, чин, звания являются главными факторами, которые определяют человеческие отношения. Чехов с большим мастерством раскрывает трагичность социального устройства через сатирическое изображение неожиданной встречи двух приятелей. Конфликт личности и бюрократического строя на примере рассказа «Смерть чиновника». Конфликт личности с чином или бюрократическим строем становится важной темой рассказов Чехова. В этом столкновении господствует звание, служебное положение чиновника, а человеческое и гуманное начало уступает свое место чинопочитанию. Эту тему Чехов развивает в замечательном рассказе «Смерть чиновника». Чехов берет анекдотический эпизод о том, как маленький чиновник Червяков сидел в театре за генералом и нечаянно чихнул, обрызгал лысину генерала. С самого начала рассказа Чехов применяет юмористический тон повествования. Автор пишет: «Чихач никому нигде не возбраняется. Чихают и мужики, политмейстеры и тайные советники, все чихают». Чехов в рассказе раскрывает
психологию маленького чиновника, который, как и его сослуживцы, находились в состоянии страха и всегда готовы были принизить себя перед начальством. Червяков после этого случая не мог быть спокойным. Автор с иронией показывает, как Червяков неоднократно, 5 раз, ходит к генералу извиняться. Он, как типичный маленький чиновник, трепещет перед высокостоящим чиновником и лакейски унижает себя. Его настойчивость на многократные унижения и извинения начинают раздражать генерала. Автор показывает, как генерал Брызжалов не придает значения этому случаю. Не ведет себя как злобный, высокомерный чиновник, которому надоедает раздражающее лакейство Червякова до такой степени, что он с гневом выгоняет угодливого чиновника из дома. Перепуганный Червяков не может выдержать страха и умирает. Трагикомическая концовка показывает нелепую ситуацию, когда человек умирает не только от раболепия и страха перед вышестоящим, но и от избытка приличия. Так создается неправдоподобное, абсурдное и комическое положение, очень характерное для юмористических рассказов Чехова. Раболепство маленького человека в рассказах Чехова. Чехов отходит от традиции изображения маленького человека как жертвы несправедливого общественного строя. Он дает новое толкование этому образу. Чехов считает, что раболепство, угодничество маленького чиновника идет против принципа самодостоинства. Они косвенно становятся сторонниками общества, основанного на бюрократической иерархии. Чехов таким образом обобщает приниженность, смиренность, раболепство, не индивидуальные свойства таких маленьких чиновников, как Червяков, а результат усвоения норм порочной социальной системы, в котором они живут. Когда юмор переходит от высмеивания отдельных личностей к порочному общественному порядку, тогда юмор становится сатирой. Автор сатирически изображает пороки социальной системы своего времени. Новый подход к изображению крупных чиновников в рассказе «Смерть чиновника». Чехов также отходит от стереотипного изображения крупных чиновников, начальников, как злодеев. В рассказе «Смерть чиновника» генерал ведет себя нормально. Его гневная реакция, можно сказать, является естественной. Чехов представляет перед нами картину самоунижения маленького чиновника, когда нет надобности в этом. Писатели до Чехова считали, что главными злодеями в угнетении маленького человека являются крупные чиновники. Если они изменятся к лучшему, то справедливость будет установлена. Чехов не принимает этот упрощенный подход. Чехов рассматривает эту тему глубже и шире. Порочность социальной системы общества в творчестве Чехова.
автор указывает, что лакейство, чинопочитание стали составной частью общества. Чувство самодостоинства отсутствует даже у тех, которые подвергались постоянному унижению и оскорблению. Пострадавшие не верят в борьбу против несправедливости, а считают, что их унижение является нормальным явлением, и наоборот, чувствуют тревожным, если они не имеют возможность раболепствовать, как, например, рассказы «Смерть чиновника». Чехов показывает, какой глубокий корень имеет чинопочитание, раболепство, что даже жертвы этой системы хотят увековечить этот порядок. Чехов сатирически изображает абсурдность этой ситуации. Одновременно автор передает трагичность общественного строя России в конце XIX века. Уже в раннем периоде своего творчества Чехов делает важное обобщение о порочности социальной системы. Типичный образ чиновника в рассказе «Хамелеон». В рассказе «Хамелеон» сатира Чехова достигает своей вершины. Через образ полицейского надзирателя очумелого раскрываются типичные черты таких чиновников, как безжалостность, бессовестность, надменность в их отношении с публикой. И раболепство, и угодливость перед вышестоящим чиновником. Когда очумелов сторожит на улице перед обыкновенными людьми, он принимает важный, суровый вид. Он видит толпу людей, выясняет, что мастера Крюкина укусила собака. Неизвестно, кому принадлежит эта собака. Чехов иронически обличает его величественный вид перед простыми людьми. Нескладность его речи. Он обращается к толпе людей словами: «По какому это случаю тут? Почему тут? Это ты зачем палец?» Он сохраняет свою строгость и вид величественности перед публикой. Его положение в данном случае становится затруднительным, когда тот из толпы сказал, что собака может быть генерала Жигалова. Теперь очумелов меняет свое отношение и поведение в зависимости от того, кому принадлежит собака. Чехов, как великий сатирик, показывает хамелеонство очумелого. За короткий промежуток времени надзиратель 6 раз меняет свое мнение насчет собаки Крюкина. Когда очумелову кажется, что это бродячая собака, он угрожает собаке. А когда ему кажется, что это генеральский щенок, он грозит Крюкину. Подбадривает генеральскую собаку, но перед публикой он по-прежнему держит свой строгий командный вид, хотя все видят его настоящий облик. Подчинение высокому чину и бюрократической системе в рассказе «Хамелеон». Если в рассказе «Смерть чиновника» сам генерал является одним из персонажей рассказов, то в этом рассказе генерал не появляется перед читателями. Он остается на заднем фоне. Но читатели чувствуют его огромное влияние. Сила его высокого чина проявляется даже в его отсутствии,
когда его подчиненный Очумелов защищает его собаку. Этот факт демонстрирует, что Очумелов показывает свое подчинение не только генералу, но всей системе бюрократического строя. Полицейский надзиратель Очумелов относится безразлично к закону. Для него не важно, кто соблюдает закон, кто нет, кто прав, кто не прав. Главным фактором в данном случае выступает то, что кто стоит на высшей ступени бюрократической иерархии, тот всегда прав. Чехов нигде прямо не говорит о несправедливости социального устройства, но через его юмористические рассказы с огромной силой передает обстановку общественной жизни своего времени. Образ Очумелова с его лояльностью начальству и хамелеонством раскрывает взаимоотношения между людьми в обществе, где господствует несправедливая социальная система. Пример произвола самодержавного режима в рассказе «Унтер-Пришибеев». В рассказе «Унтер-Пришибеев» Чехов создает образ унтера, который вышел в отставку. После этого он выбрал для себя добровольную роль защитника полицейского режима. Одновременно он добровольно исполняет другие роли жандарма, как шпион и доносчик. Герой стал воплощением наглости, непросвещенности и грубости. Пришибеев важно вмешивается в посторонние дела. Он хочет разрушить все, что жизненное, бодрое и независимое. Кроме того, герой выступает против сбора людей. Он за полицейский контроль стал примером произвола самодержавного режима в России. Унтер выступает в роли клеветника и сутяжника, считает себя охранителем произвола и подавляет любое проявление свободы. Он говорит: если я не стану их разогнать, то кто же станет? Никто порядка в настоящем не имеет. Он твердо убежден в том, что без его вмешательства порядок нарушится. Хотя он не на службе, он ругает людей, запрещает петь, угрожает. Чехов в рассказе подчеркивает: Все его контрольные акты являются добровольными. Это чудовищные черты стали неотъемлемой частью его натуры. За его своевольные действия он попадает в суд, получает приговор на месяц под арест. Концовка рассказа раскрывает удивительное мастерство Чехова-сатирика. Унтер восхищается. За что? Когда он выходит из камеры суда, видит толпу народа и сердитым голосом говорит, хотя он арестован: народ, расходись, не толпись по домам. Где бы он ни был, в любой обстановке он будет вести таким же образом. Даже самое трудное время для него, когда его осудили за самовольные акты, он не отходит от его жандармского поведения. Он не в состоянии понять, в чем заключается его вина, ведь он защищает произвол государства, даже не в штатном положении. Перед вышестоящими он покорно подчиняется, как, например, перед судьей. Так же, как в рассказе «Хамелеон»,
перед начальством унтер выражает рабскую почтительность. В отношении обыкновенных людей он по-прежнему ведет себя нагло и грубо. Рассказы поразительной силой Чехов сатирически обличает стражей чинопочтения, произвола самодержавия. Автор разоблачает добровольных слуг, которые ведут как жандарм, обрегающие несправедливую общественную структуру. Они постоянно чувствуют себя неуверенными, так как они ощущают шаткость общественного строя, который основан не на равноправии. Они поэтому упорно стараются заглушить народную волю. Нарицательные имена чеховских персонажей. Характеры Хамелеона, Унтер-Пришибьева стали нарицательными именами. Теми этих рассказов, как и многих юмористических рассказов, в сегодняшнем мире являются актуальным. Значения многих сатирических рассказов Чехова стали вечными, так как общественные пороки, над которыми направлена сатира Чехова, существуют в современном обществе любой страны мира. Истинный облик интеллигентов в рассказе «Маска». В рассказе «Маска» писатель показывает, что даже образованные люди не свободны от раболепства. Интеллигенты, важные люди, собрались на маскарадном бале. Все они были встревожены поведением одного пьяного человека в маске. Он вел себя безобразно и неприлично. Интеллигенты хотели обратиться к полицмейстеру, чтобы выгнать буяна из маскарада. Тогда этот человек срывает свою маску, все узнали, этот был местный миллионер Пятигоров. Ситуация сразу меняется. Все в недоумении, они начинают угодничать, льстить пьяному миллионеру. Автор раскрывает их настоящий облик. Интеллигенты, которые считали себя элитой, с нравственным принципом немного отличаются от лакеев. После того, как они проводили пьяного Пятигорова до экипажа, все успокоились. Контраст их поведения отчиняет хамелеонство этих интеллигентов отношение к богатому человеку. Интеллигент Жиштяков говорит: ведь и так одурачить целую компанию может только артист, талант. Я буквально поражен. Единственная разница этих людей от лакеев в том, что их речь является смешанным лживости с литературным языком. Директор банка Жиштяков реагирует таким образом: мне руки дал на прощание, проговорил Жиштяков, очень довольный. Значит, ничего не сердится. Дай-то Бог, вдохнул и встряхнул Спиридонович. Негодяй, подлый человек, но ведь благодатен, нельзя. Художественные особенности Чехова-новелиста. Несмотря на разные ограничения, который испытывал Чехов, когда писал для юмористических журналов, он сумел выработать некоторые художественные свойства, которые стали уникальными особенностями Чехова-новелиста. Он вырабатывал умение искать свежие и живые темы, предметы вдохновления в каждодневной жизни. Поиски нового литературного приема он сумел стать как писатель более организованным, научился быть лаконичным
и остроумным. Как писатель, он был независимым, не хотел быть под влиянием тенденциозных политических и эстетических учений. Он старается выработать свое понимание жизни, верить в свой разум. Юмор и остроумие, как характерная черта рассказов Чехова. В ранних рассказах Чехова явно чувствуется элемент комичности. Юмор останется у Чехова на протяжении всей жизни. Проявление остроумия и юмора будет характерной чертой его творчества, даже в зрелый период его творчества. Его сборник рассказов «Жалобная книга» имеет веселый характер, пользовался популярностью. Сюжет этих рассказов писатель брал из реальной действительности. Эти рассказы раскрывают независимый взгляд автора и способность писателя делать социально-художественные обобщения. Рассказы сборника раскрывают непроизвольные действия и поступки людей, насмешливые аргументы и тенденцию эгоистичности. Все эти элементы даются в форме обывательской жалобы. Эти рассказы Чехова свободны от идеологического уклона. Также такие рассказы, как «Женщина без предрассудка», «Хирургия», «Сапоги», «Нервы», «Живая хронология», «Ночь на кладбище» свидетельствуют о высокой искусности писателя. Чехов создает атмосферу, в которой раскрываются настоящие человеческие качества героя. Концовка рассказа является сжатой и лаконичной. Действия прерываются внезапно. Положение и действия героев ведет к нравственному размышлению. Отличительная особенность рассказов Чехова. Чехов вошел в русскую литературу не с магистральной дороги, как крупные русские писатели XIX века, а со стороны. Надо было показать Россию шире, чтобы получить полную, разностороннюю картину страны. Он писал свои рассказы без всякого предубеждения, легко и спонтанно. Огромную часть жизни, которая была за пределами литературы, Чехов решил изобразить в своих рассказах. Это были мелочи будничной жизни, которые могут показаться несущественными, комичными, чудными, но на самом деле имеют важные, преимущественные значения в человеческой жизни. Литература по Чехову смотрит на нас из каждого угла. Нужно было охватить эту огромную часть жизни в сферу литературы. Эта литература отличалась от прежней традиционной литературы и раскрывала сложные, большие, спорные и важные стороны жизни. Ирония и внимание к мелочам жизни как отличительные черты чеховского творчества. Не случайно Чехов начал свою литературную деятельность с юмористических рассказов, в которых он иронически подходит к традиционному герою русской литературы, высмеивает любовную страсть, трагический пафос. За его иронией и шуткой стояли мысли о задаченности, о том, как нерадостно, неуютно, неорганизованно жизнь людей. Чехов является смелым новатором, который обратил внимание на мелочи жизни, чтобы через них можно было подходить к большим важным вопросам
человеческого быта. До Чехова не было такого подхода к литературе. После гигантов русской литературы XIX века, как Лев Толстой, Достоевский, Тургенев, трудно было быть оригинальным, быть новатором. Нет профессии специальности, которую Чехов не охватил в своих произведениях. Широта его охвата жизни сопровождается новым подходом, анализом незначительных событий житейской жизни, через которые он хотел передать картину нескладности общественной жизни. В этом процессе писатель показывает антигуманный характер социального устройства. Ироничные изображения отрицательных явлений общественной жизни без прямой оценки Чехова. Художественная особенность чеховского изображения жизни заключается в том, что он не дает прямой оценки отрицательным явлениям общественной жизни. С веселым юмором он показывает уродливые черты бюрократического строя и оставляет читателям сделать свое заключение. В этом отношении Чехов отличается от Гоголя. Он совсем незаметно выражает свою иронию на происходящие события. Дар Чехова, сатирика, проявляется в раскрытии острого характера действительности. Критика творчества Чехова. Особенно в ранний период его творчества Чехова критиковали за то, что он не брал в своих рассказах важные темы, которые волновали общественных деятелей, крупных писателей и литературных критиков. Многие думали, Чехов в своих рассказах показывает незначительные эпизоды обыденной жизни. Они не видели, что Чехов, как новатор, раскрыл новую дорогу в литературе. Как правильно отметил критик Экенбаум, чеховский метод снимал различия, противоречия между социальным и личным, историческим и интимным, общим и частным, большим и маленьким. Чувство того, что надо показать жизнь всесторонно, ведет Чехова к изображению житейской мелочи, чтобы раскрыть нескладность этой жизни, также оттенить огромную возможность, которую его персонажи имеют, но они не воспользовались этим. Отвечая на упреки критиков об отсутствии мировоззрения Чехова, Горький очень хорошо ответил: «У Чехова есть нечто большее, чем миросозрещание. Он обладал своим представлением жизни и таким образом стал выше ее. Он освещает ее скуку, ее нелепости, ее стремления, весь ее хаос с высшей точки зрения». В заключение мы можем сказать, мы изучили тему «Юмористические рассказы Чехова. Анализ некоторых рассказов ранного периода». В своих юмористических рассказах Чехов в сатирической манере высмеивает грубых купцов, коварных жен, обманутых мужей, бронящих чёс, нечестных чиновников. Через изображение человеческих недостатков автор изображает будничную, мелочную жизнь обывательского общества, в котором ненормальность, порочность человеческих отношений приобретает понятие нормы.
с изящным остроумием и легким чувством юмора, при этом не давая прямой оценки своим персонажам, Чехов показывает антигуманный характер социального устройства. Чехов написал около 400 произведений за первые 5 лет своего творчества. Он охватил в своих рассказах все аспекты общественной жизни России этого периода. Юмор и сатира являются главной специфичностью рассказов писателя этого периода.